Здравствуйте, меня зовут Наби Ахмедов, я актер театра и кино. Служу в МХАТ имени Горького, выпускник театрального института имени Бориса Щукина. Из работ в кино: «Варшавская мелодия» — роль Виктора, «Аманат» — роль Юсупа и «Горячая точка 2» — роль Гарика. Все эти фильмы в процессе производства. Из работ в театре: «Гамлет», «Макбет», «Сальери», «Стэнли» и так далее. Из навыков: вождение, машина, мотоцикл, еще спорт, футбол, баскетбол, теннис, боевые единоборства, все это присутствует. Еще пою, надеюсь, хорошо. Чего бы мне хотелось попробовать? Я бы очень хотел попробовать что-то по типу Брандо или Аль Пачино. Мне кажется, мне это близко, это во мне отзывается. Очень бы хотел себя попробовать в таком ключе. Всем спасибо, до встречи.